кстати. Мне нравится эти пати. Сейчас по работе позвонили, сейчас я отойду буквально ненадолго. И скоро буду. Сука, пати, ДДК не пати. ДДК ущербный класс. Сани на пол. Тут заправляются импротовары и протопары. И мишки. Всего хорошего. Да. Про протопары. Было смешно, когда не было Т5. И то, блядь. Кое-кто затанчил фул контент. Нет. Кстати, протовары и танки хорошие, просто к ним, как сказать, руки нужны. Как и, допустим, вот так. Я вот недавно только научился протоварам танчить. Я растение достаточно. Блядь, где? Где был раньше? Ох, Блес там поругался, он меня во время пула, во время убийства лича с гильдии. А с кем еще раз там пропал ты? В какой гильдии был? С без там что-то, знаешь, ну лича тактику и бывает каждой КД, и мне это не надо. Бля, все равно пролагал. Белая стая, ты говоришь? Джокер. А, Джок. И что, у тебя еще персы есть? У тебя протовар есть? Протовар есть и 35-й. Я им очень редко играю. Шаман 250-й. Не, ну круто. А вар какой? Крутой? 235. А, блять, он так пропадает. Шаман нужен, шаман нужен. Куда? Куда, да, блять, да в тот же в ДВ. Не, ну а, так... прист есть 230, также ДЦ и ШП. Да у меня тоже есть. Шаманов килограмм, я вижу. Это пока что. Ты в ДВ рейтинг не видел. Если б ДЦ там или Холи Пал, тогда да. А у тебя же хулипал будет, да? Ну, ему еще один плюс надо. Да, третий? Да, да. Ну ничего, подождем. Хулипал в ДВ рейд впишется вообще на изи. Кто-то там еще ДЦ делал. Да, блядь, все будет со временем. В прошлые разы, когда я приходил туда хулипал, там уже был хулипал. Да это тебе показалось. Там Денчик ушел, получается. А кто там сейчас хулипал? Да там никого нет. Там Вольфсор или как-то так. А, ну я приходил, а там менее, поэтому перестал приходить. Ты приходи все равно. Он, понимаешь, он танк. Он хилит, потому что Т5 нету в танке. Будет Т5, он будет танчить. Сейчас повыпадаю. Смотри, вверх попробую прийти, мне опять хилит туда. Не, хулипал, бомба. Даже в 2 хулипала нормально. Не на всех боссах, конечно, нормально, блядь. На совете нормально будет. Так, а как, кстати, в око Герли обычно? Уже забыл. Чё я вот только вот Герли обычно оком. Мы идем сейчас в око Герли. Идеально. 5 локов, смотри. Это вообще пиздец. Диспелить будет код. Это вообще топовая хуйня.
скидывайте сразу кипстамину. Так, кстати, надо что-то объяву написать. Чтоб потом не летать. И наблюдаю, как в парады кидает, прыгает долларом. Сразу не скину. Кстати, 200 усилтов очень удобно. Вообще можно даже без сопрота. 200 усилтов. РДДшник. Там с головой хватает хп. Коник, я себе просто больше кидаю, потому что... мне надо будет диспелить рейд, и по мне будут стаки. А у меня было 150. Чекаю, чтобы видеть, кого смонить, а кто ФК. Да, меня смонят. Что он снимет? Тыкайте еще. Приходит полдня уже. А ты вовремя пришел? Каждый премиум пришел сюда только 8 утра. Хотя я вчера проголосовал, блять, 8. Thank you.
кадочку не будешь собирать? Кто тебя обидел? Покажи мне этот человек. Сейчас. И убить одномерного. Страха не могу использовать. Так буду лучше вас слышать. Сейчас я эту пачку зачистим. О, труп чей-то. Максим, ты нашел мне ДЦ, нет? Слишком далеко. Нужно подойти поближе. Ты, Полина, взяла друида, танка. Да, фул Т5, а что? Топовый танк. Я знаю. Там еще совенок есть, Надюша. Она тоже одетая очень. Она с белой стаи. Да, она с белой стаи долго не играла. Там за нее играл кто-то другой. И он трансфернулся за Альянс, поскольку любит... Ой, за Орду, поскольку любит Орду. Она тут и осталась. А да. Как ник? Мяу-мяу. Сейчас скажу. Мяу-мяу? Нет такого ник. Мяу-мяу. Сейчас, подожди. Надюша. Судя по всему, она меняла ник. Так, где-то,
знаю. Миюки. Змеюха? Она, кстати, моей позиции очень сильно. Ну, хоть раз нету, что ли? Характером похож. Мы подошли к боссу, можно начинать общий сбор делать. Напишите Гевке, Япончику и Кирсу. Я еще там два лока взяла для ДВ состава. Там еще кто-то был. Еще вон до сих пор спам висит. Ничего, найдем народ. Еще два человека должны отписать, одетые хилы. Что случилось-то такое? Что такое? Почему такой набор? Ну, ДВ-состав, там нужен в ДВ-состав обязательно народ. Ну, понятно, но просто такой наплыв прям сразу. Какие-то гильдии, что ли, там разругались? Из того, кого я брала, они с разных абсолютно гильдий, не знаю. Надюша, вот, допустим, она не хочет возвращаться в белую стаю. Я говорила, что мне там знакомый, давай я тебе верну. Она такая, не-не-не. Где там Гевка? Я отойду от компа, но я вас слышу, если что, кричите. Так, ребятки, я тоже на минуту отойду, мне нужно водички взять. Сейчас. Тоже он там. Танинус, отойдет чайку на... А сколько крутой демон должен давать? 50. СПД. СПД я имею в виду. А, СПД 600? Ну, Даркс 800 пишет. 800 это очень много. Это прям очень хорошо. 600 это будет уже прилично. Этот Олег, вот этот Андонидо. Тут. Ты тут? Пошел, наверное. Вага, ты тут, нет? Да. Чё по танкам думаешь? Про товар? Два про товара, нихуя себе. А у нас выбора нету, по-моему. Ну, мы народ, говорит, там от 7 вроде бы появится. Можно его подождать. Это понятно. А чё, пигла тоже нет? Рудвар получается справа налево первую. Четвертую будет танчить вот эту. Там ты ближе к рейду будешь. На слева направо, на второй будет Мишка, а я на первую, как обычно. Мозер, ты в Дискорде слышишь? Я что-то пропустил, скорее всего. Я отходил, и что? Сейчас чекнем на присутствие. Мозер, давай, делай фокус. Так, какие шарку на огонь, как понимаю, надо? Да. F4, Android, короче, смотри, Мишка.
На второй фазе мы поднимаемся наверх, и появляются 4 уголька на 4 платформах. Каждый из них будет кастовать каст долгий. Каст называется 4 названиями: усталость, рассеянность, слабость и ярость. Каждый из них особый эффект будет оказывать. Значит, усталость, этот феникс будет кастовать крик, от которого надо отворачиваться от феникса, к фениксу спиной. И если не отвернуться, то словят фир, и танки, и хилы, и, ну и все подохнут, короче. Следующий — это слабость. Если в момент того, как он кастует крик, заканчивается каст, и ты кастуешь что-то, то словишь сало на 5 секунд. Это РДДшникам, хилам. Следующий, третий — ярость. Когда он кастует свой крик, заканчивается каст, он обдуляет полностью агро. И нужно смотреть, в кого он выбрал цель. Либо ты стычки набираешь агро, либо даешь таунт, если какой-то ДД набрал агро, чтобы он не убил этого ДД. И последний — рассеянность. Он дает дизарм на 5 секунд, выбивает оружие из руки. Вот и все. Когда мы поднимаемся, они кастуют там секунд 20, мы говорим, на каком танке какой феникс, название. Для рейда критичная усталость. На каждой платформе по танку, как понимаю. Да, значит, смотри, слева направо. Вот видишь меня, сейчас я себе звездочку поставлю. Вот здесь вот первая платформа, и дальше слева направо считаем. Вот здесь на первой стою я, на второй стоишь ты. На третьей стоит Вагабонд, протопал, и на последней стоит, с той стороны будет заходить основной рейд, на ней будет стоять Редвар, еще один танк. Так, как у тебя с диспелом? Проклятие умеешь диспелить? Диспелить? Ты, конечно. Декурсить. Декурсить, диспелить. Вот, сделай, чтобы ты видел весь рейд и проклятие. Будешь диспелить. Или что, или Моса только пускай диспелит. Как там было у нас, я не помню. У нас по-разному было. У нас либо Монород диспелил, либо Моса. Мы справлялись и так, и так. Моса, что ты скажешь? Два надо диспелить или один? Пусть привыкнет новенький. Ну пробуй диспелить. Но с него надо будет кто-то сдиспелить, да, потом? А, он с Мосой побежит все равно на вторую платформу. Моса с него потом заберет. Нет, с него должен сдиспелить именно маг, чтоб скинул. С кого, с Мишки? А, с Мишки, окей. С Мишки, я про Мишку. Бой, там такая тема, когда 10 лямов примерно остается, я магом это все снимаю с рейда, все стаки на мне, я скидываю, и мы переходим на фазу вообще без стаков. Угу. В каком-либо. Будет тебе помогать? Так как получится, можешь помочь. Угу. А ты Frost Resist? Да. А Frada Fire, да? Да. Я вот только вопрос, кто на второй фазе будет диспелить? Я. Окей. Там просто в КД потом пойдет у мага. Ну типа, или ты будешь не дамажить, просто с проклятием бегать. Ты новому танку объяснил, что делать, да, как я понимаю? Да, про это, про дебафы рассказал. Ты слушал же, да, про фениксов? Я первую такую фазу прослушал. Первую а вторую сказал, вот как раз уже прошел. Где же справиться? Первую просто бегаешь и диспелишь проклятия, которые на рейд появляются. Мосса будет диспелить, ты ему помогаешь. Приоритет с хилов в пятой пати. А где я стою? Танк ты распределял, нет? Все прослушал. Танки, значит, с первой, слева направо считаем. Первая платформа я, вторая платформа Мишка, Андонидос. Третья платформа Вага, четвертая платформа Редвар. Там вы заходите. Значит, кто у нас там хилил обычно? Розария, Шторм и Моса. Вы хилите между первой и второй, хилите меня и Мишку. Рейд хилят Кирс, Торт и Элбрил. Все как обычно, Гевка там рулит контролями, 5 луков целых, 3 совы, это пиздец, короче. Давайте чек на пул, с Библа сумоним. Совы, маги, промоут, надо кому-то раздать или только луком? Нет. Че, нет, надо, не надо. Я говорю, Гевки. Вага, саппорт можно брать, да? Да, берите саппорт из ГБ.
У Мишки там, я не знаю, права есть, нет, ему дайте тоже банку. У меня прямо... А у меня сапротик один есть, в сумке лежит. Медведь, кинешь мне трейд за сапротом и все. Ну, если кончится там, пока выпьем. Че, жрем рыбу? Максим, 150 всегда было на Аларе, на роботе 200. Все 150, то арены могут меньше вкинуть. Че, я тогда слетаю это? У меня все вон ту забит. Блин, я вчера 200 дал, без сопрота бегал. Вообще не падает. Ну и как 150, там видно будет. Редвар, первая группа танки. Вот только что озвучивал платформу, или ты упустил? Да он меня в мут кинул, наверное, давно уже в муте у него. Через 30 секунд суманить. Еще раз. Слева направо. Первая платформа Void, вторая Андонит, третья моя, четвертая Редвар. У хилов, надеюсь, Void не в муте. И вообще, впредь, у вас ИРЛ Void, вы обязаны его вытащить из мута и слушать во время РТ. Дарки сказала. Розария с тебя кулаки МП5. Что делать, вот, допустим, вот страшится, вот что? Тебя нечетко было слышно. Ты прерываешься, ты лучше напиши. Первые. Ну давай я. Или Вага. Я с Вагой напишу. Начну. Сапрот выпейте обязательно. Лайфхак с сапротом с прошлого РТ работает, держу в курсе. Мозр нет. В смысле? Я на следующем хлеб встал. Ты завис или нет? Он перед полом написал 1 минут срочно в ка. Красиво. Он еще встанет потом. А чекси? Сейчас забираю. Один за боссом пусть заходит, один с другой за. Солёшь каплю. Отведите босса. Два циклона сейчас пусть заходят. Пускай трусы идут с циклоном. Определитесь, пожалуйста, кто дисплеит, моца или танк, потому что вы вдвоем без. Отведите. Моца дисплеит сейчас. Кирс, давай вставай. Да, Лынар, то Кирс. Что с отхилом? Отхил ничего нет. Ребаф дайте по шаману.
Я тоже упала, так что дайте мне. Пойду поднимайте, у меня пока прожимки есть. Давай я Андумиду с каменной выйду. Поднимаю. У босса пусть заходит. Ой, блин, а тут прорыв. За боссом. Диспель. Мосса, диспель. Кастуй еще раз. Пускай трапы и циклон заходят. Пускай трое зайдут. Контроль четвертого. Что-то неудачно, да? Может, ложитесь. Падаем. Ложитесь. БР тут не в банк смотаться, я хотя бы в совет хоть увидеть все. Не-не-не, там хил диспелит, ты не диспелит. Там смотри, какая фигня, если ты диспелишь, ты на себя этот стак забираешь. Проклятие. Диспелить вдвоем для того, чтобы быстрее сдиспелить. Если видишь на двух, на трех хилах этот самый дебаф, то диспелишь, вы вдвоем быстрее сдиспелите. Для этого вы диспелите. Чтобы быстрее хилы освободились, чтобы танков не хилить начали. Не вставать. Мы сказали то, что тот диспелит на себя стак забирает, все. Потом мосса с тебя сдиспелит. Ты с мосса не диспелишь. Мосса во второй группе тердру. Шестой хил. С него не диспель. И все хорошо будет. А БР никто не отдал, да? Всех есть. Не знаю, нет. Только шаманы. Да, никто ничего не отдал, только Рина. Лучше отдать вот кто стоит на первом между первым и вторым. Между первой и второй платформой какие шаманы стоят? Шторм, Розария и Мосса. Ну вот по шторму лучше дать БР. Если он вдруг умрет на первом фазе. Дайте Москва. Кстати, Розария, ты не замечал аура от огня достает до двух танков? Сейчас внимание. Аура, конечно, достанет до первой, второй платформы. Не забудь. Ты... Аура работает, Войд. Аура работает дальше, чем тотем, кстати. Там 50 метров. Ну а ТТМ сейчас скажу сколько. Можно бы этот шкаф поворотом в банк быстро, у меня в банке остался, блин. Вот, 30 метров. Это Мишка говорит, что тебе шкаф или что? О, спасибо, да-да-да, мне в этот, я в банк, у меня там просто сумки все скинул, то, что давай, здесь дай, можно. Давай, дайте шкаф в луке, сумнем сейчас. Бля, что за прок знамение урока? Какой-то шмот хочешь достать, тебе медведи надо быть в любом случае. Нет, потому, нет, что мне сапрот, я просто шмот скидывал ненужный, и сапрот вместе с... этот в банк. Кстати, Мозер, а ты меня наебал. Да ничего, сапрот взял, а на почту не скинул. Падло. Или же на опять кидает на лут. Понимаю. Пришел тебе сумон там, да? Я ждал еще пока прогрузит. Все, еще раз проверка. Все, выдал. Я тут, я срочно свернула. Все, мы это... Тебя ждем только, Полина. Пару секунд, документы. Готово. Знаю, как у вас, а мне показывает, что четырех людей нет пока. Кто это говорит, Анна? Не выпейте сапрот.
Олег, не диспель с мосса. А, фу, блин. Не забывай. Проводка, проводка. Один за боссом пусть заходит, один с РДЗ. Забираю вас. Отпусти Близзер. Контроль, дай. Отдам контроль, пусть двое заходит. Пусть идут двое. Прохильте шхилов. Отпустите крестик. Не нужно было переконтроливать. Отпускать. Сейчас заберу. Крестик. Пусть заходит. Пусть шторму дал Эмор. Протягивайте. С РДД зоны пусть двое заходят. Протягивайте, пожалуйста. Пусть идут там двое нормальные. Так. Так. Забираю. Сейчас выдохните. Контроль промбу дайте. Успел дайте. Дам посидеть к вам. Пусть сюда идет. РДД зона двое. Капли нет пока. Пусть идут. Через 7 секунд дам сакру. Сейчас там циклон, пусть 2 циклона пусть заходит. Контрольте, не дайте, чтоб зашел. Контроль. Прохильтеры. Звезду контроль. Все, пусть идут оба. Проценты смотри. 17. Блять, Антониадас, подними гефку. С РДД зону пусть заходит. Не надо, Энджи поднял. Контроль дайте, чтоб два только зашло. Блин, вставай, вставай. Сейчас зайдут двое. Контроль дайте по третьему. Блять, контроль дайте. Скажи сразу. Стою. Сейчас заберу. Это 3% там. Бьем, да? Стойте, 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 рейд. Вы поднимайте рейд. Ну, все, всем танкам потом. Ахилла пустые, я почти пустая, но это. Один на манус дам. Фарада прохилить, у меня инер есть. По Элдрилу инер дал. Не достаю. Слишком далеко. Я не туда пришла, я не туда беги. Пока что беги, пока можно. Дебафы читайте. Первый эфир у нас. Ярость.
У Мишки стоп-каст, у меня говно все. У медведя стоп-каст? Да. Ну че? Так, а мне убить, да, то есть это. Нет, ты просто стоишь. И... Прохильте миликов. Перебежали. Локи бана. Одному уже один у нас. Один заходит. Отпускай Ром, Долорес. Сфир. Отпустите крестик. Все, пускай трусы идут. Все, двое пусть заходят. Перья пошли. Редвара прохильте. Фир. Прибежали. Да ну нахуй! Фир. Полин резу. Ребафы дайте по шаману. Все, ближе к второму подходите, ближе к второму. Стоп. Резист, смотри, я сейчас их сначала стоп подкину, потом дашь близер. Перья. Побежали, побежали. У нас один. По дальним близер. У нас один заходит. Отпустите звезду, быстрее. Сейчас звезда, отпускайте звезду. Все, Близзард не держи. Перья пошли, не держи Близзард. Все, Локи, держите свои баны, пусть с Близзарда по воздуху заходят. Иди к Рейду, может там подиспелить помочь. Держите все свои баны, не отпускайте. Не отпускайте. Следующий, что там, стоп-каст? Отпускайте, отпускайте, ромб и крест, перья пошли. Перья. Перебежали. Киньте, не роните. Просто откину, сразу в хрост-нову, Близзард, добивайте. Если двое идут, пускай идут. Маны, если есть, то мана, пожалуйста. Все, идем к следующему. Следующим что? Мне тоже дайте. Стоп-каст. По полине надо. Саку, отправь какую-то сюда маны залить. Стоп-каст. Вы умрете. По воздуху кто сделал так, чтобы серия. Чтобы по воздуху шли как-то. А видите, помогите, кому-то маны залить. Баны дайте по воздуху. Вы умрете. Ягодный торт. Закинь, пожалуйста. А вот баны свои раздайте. Короче, рейд пойду по северу. Смотри, ага, сакру на рейд надо будет. Вы умрете. Дай купол, я убрел. Перья пошли. Перья. Вы перебежали. Откину. Стоп-каст. Вы умрете. С женой надкинь. Откидывай. Не уроните. Стоп-каст. Вы умрете. Мобы откидывай идут. Жена, еще раз откидывай, или Энджи откинь. Перья пошли. Стоп-каст. Контроль и баны дайте. Выиграю! Почти. Еще раз пробую. Он не хватил нам чуть-чуть контроля, да? Не кормить, да? Копишь. А, да, там, ну вот. Ну, смотри, всегда, смотри, короче, как в прошлый раз делаем, они все равно все контроли как бы не проходят. Часть они по чуть-чуть все-таки скармливаются.
Ладно, последний феникс, в принципе, остался. Попробую Гевка все-таки стопнуть. Да, это был предпоследний. Это был, смотри, это предпоследний, а дальше его под Герой мы просто зергаем. Это все понятно, но ты попробуй на втором третьем хотя бы по это самого цели. Нет, стоп. Потому что убийства были босса, и мы так убивали. Мы не копили. Сейчас идеальный сетап фениксов был. Извините, у меня вот такой вопрос. Это вот просто вот две фазы вот эти вот и все. Да. Да, четырех углей убиваешь, босс умер. Все, его не могли долго убить. Ну это не просто все делается. Я понимаю, что не просто, но... Сейчас мы соберемся. Честно сказать, удивлен просто назад.